большую часть жизни я прожил здесь, на Поморской земле. 5 лет на посту губернатора Архангельской области. Кто до сих пор называет Орлова варягом? Мои дети выросли здесь, они и сейчас здесь живут. Поэтому никакой я не варяг, я местный. Как строились дома для ветеранов Великой Отечественной войны? Там целый перечень был негодяев, которые имитировали строительство домов, а занимались освоением бюджетных средств. Что ждет Соломбальский ЦБК и почему закрылся комбинат? Воровали труд людей, они воровали налоги, предприятия. Системно и планомерно шло к смерти. Как дорога к рынку превратилась в дорогу к храму? Это будет действительно храмом русского духа на русском севере. Петербургский журналист Виталий Лукашов, выросший на Поморье, приехал в Архангельск и задал губернатору вопросы. Врали? Врали. О хорошем? У меня есть мечта. Я хочу, чтобы в кинотеатре МИД в центре города Архангельска был дворец бракосочетания. О плохом? Это тяжелейшая боль была для меня, как для губернатора. К 80-летию Архангельской области фильм «Игорь Орлов» о хорошем и плохом. Скоро.